Эсия. Андрей Розова. Drie rolstoelen. En voor de remarkt, het zijn ook drie rolstoelen. Weet je dat we de R'tjes zelf aanpassen naar C'tjes en dat je in de remarkt gewoon... Niks meer achter, hè? Tot naar de neus. Zorg er zeker zelf van. Heb je ook? Ja. Zo zijn we nog wel een beetje voor. Iets te lenken. Dutch. Hollander. Dit land drie keer. Waar ben je van? Waar? Kazakhstan. Kazakhstan. You on sport? Yes. Para. What kind of sport? Oh, table tennis. Very nice. You very good? Yeah, nice. Кось, скажи что-то привет из Европы. Привет. Тут классно. Европа, Европа. Сказка.
Вау, смотри, какое фото будет тут, да? Да. Европа. Гейропа. Ой, твои спасы. Вау. Россия сидит. По России у меня хорошо. Вот, смотри, смотри, смотри. А, Саван. Сейчас, сейчас, где ты? Женщина. Сен улов, сына, пусть утрю. А, смотри. Какая лужайка. У тебя, по-моему, стабилизатора нету, да? А, ну, слабый стабилизатор. Ё-моё, смотри. Ты бы хотела вот здесь? Конечно, жить? Да. Я бы тоже с удовольствием хотела бы. Только сильно холод, мне не нравится, хотя к нему тоже прыгать. Скамейку смотри. Да? О, вот здесь надо сфоткаться. Ё-моё. Вот как живут люди. Почему у нас так вот не как живут? Надо жить здесь. Почему у нас так не живут? Ё-моё. Да здесь везде можно фоткаться, хоть где, куда ни глянь. Видите, видите, видите. Сейчас, подожди. Хай. Или налево, где патрон, а? Ё-моё. Вот, у каждого машина. У них желтые, да, номера? Везде скамейки есть. Еще забор жухо. Да, все. Поэтому она, наверное, красивая. Красиво тоже. Смотрится. Да, да. О, как холодно. Просто только что я там посмотрела в ресторане. Да. Все условия, у нас все есть, чтобы это так жить. Ну да. Пустить надо, доктор. Европушка. Смотри, какие деревья. Сказка. О, мы, значит, может, в тенечке замерзли тоже. Да, походу, оно. Я надо нечне какие-то отнести. Ну, все же какие-то хавят вон к шунжуку. Вон зеленая. Mm-hmm.
Тут там можно зажать.